Задача вот у нас, когда мы стартуем, делать не вот такое движение вперед, потому что вы сразу нарываетесь на удар, а просто руку вытянув, да, не идти вперед, а движение только в ногу. Движение. То есть вы стоите на носке, готовы вперед делать движение. Да? Но если вы полетите вот так, растягиваясь, то у вас эта нога будет являться тормозом сзади. Вы мышцы растягиваете. Да? Задача вот это вращаться, нога идет вперед. Вы остаетесь на месте. Видите? Движение. Раз. Вперед. Видите? Два. Да? То есть вы не идете головой на кулак. Видите? Раз. Да? Два. Три. Понятно, да? То есть вот задача. Сейчас мы к этому придем еще. Да? Я вращаюсь. Не плечо поворачиваю, а вращаюсь. Да. Сейчас мы к этому придем. Опустили руку. Теперь задача именно рвануть туда как можно быстрее. Кладем руку вот сюда. Ты просто ровно стоишь, ты убегаешь. И начинаем движение хиките. Да, сейчас медленно просто. Дергаю руку, ищи. А нога идет вперед. Сам остаюсь как бы здесь. Вращаюсь. Да? Движение. То есть начинаю руку с хикете. Дергаю. И сразу движение идет. И одновременно стараемся рука, нога. Да, движение. Раз, сразу вперед. Видите, движение. Начинаю с хикете. Хикете тянет вниз. И тогда выталкиваюсь вперед. Да, смотрите, хикете тянет вниз и выталкивает вперед. Смотри, Андрей. Чуть-чуть отходи, да? Посмотрите. То есть вопрос. Вниз, вниз, старт вперед. Еще раз, смотрите. Хикете начинает движение вниз, толкает вперед. И теперь мы это делаем уже рукой, да, движение. Стараемся как пятнашки, запятнать. Выбрать два. Сразу же хикете. Рука. И каждый раз как можно он быстрее начинает уходить, вы быстрее тянетесь за ним. Да, но начинаем все время с этой руки. Если я начну с этой руки, у меня сразу растягивание получится. И будет медленно. Вращение. Да, видите, раз. И важно закончить прямо. Движение. То есть раз, два, закончили прямо. Второй рукой хикете после коснулись. Первый раз рукой здесь хикете, второй раз этой рукой хикете. Раз, да, и прямо остановились. Да, задача, видите, руку в хикете. Эту руку в хикете. Теперь после этой руки эту в хикете. Прямо сразу. Не поворачиваться. Все сейчас в паре,